Во что еще эта старая сука меня втянула? Нэш, я тебя выебу и высушу, сраный ты мудила. Пидорасы, блядь. Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Мы стая волков или говноедов? Не пизди. Я кому повторный осмотр назначил? Мог бы хоть позвонить, тупорылый ты говнюк. Раз. Дать тебе совет? Давай. Уёбывай. Я убью его. Убью нахуй эту суку. Полиция! Остановитесь! Лейтенант Васкес, полиция! Остановитесь! Ты защищаешь убийцу! Брось пушку, стреляю! Стойте! Ты чё, блядь, творишь? Охренел? Полиция! Никому не двигаться! Убирай сюда свой ебучий грузовик! Ну что, бля? Провел час освобождения! Ты мне, блядь, поможешь или как? Будешь так стоять и пялиться? От лица персонала мотеля «Свободная Калифорния» желаю вам, блядь, приятных сновидений. Паровозик, который смог. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь.